Ну что, мои дорогие, я прошел обследование вот в таком медицинском центре. Очень он большой и очень качественный. И скажу вам так, жить будем. Вот, имени Александр Леонидович Мясников. Значит, какие проблемы у меня сами по себе были? Это тахикардия в сердце, повышенное давление, нервозность. И все это оказалось в основном именно нервные состояния, изменения нервного состояния при ковид, поскольку он вот дает такие странные симптомы. И чем мы с вами старше, тем этих симптомов больше. Здесь мне подтвердили, что и выпадение памяти бывает очень странное, и давление практически у всех повышается, сахар повышается. Ну, все у меня это произошло. И хотелось понять, насколько это действительно связано с эндокринной системой, там, с иммунной системой и функцией всех остальных органов. Надо сказать, что органы, хотя как бы и напряглись все эти, почки, печень, все-таки вирус — это токсин, он дает много нагрузки токсической на организм. Но ничего особенно не изменилось. Ни почки, ни печень, ни какие-то такие, селезенка. Хоть есть какие-то, но это уже возрастные такие вот изменения. Поэтому пока нет главного заключения. Мы завтра будем по всем моим анализам проходить, потому что взяли еще кровь, ее посмотрят, что там хватает, что там не хватает. Но пока что могу самое главное сказать, что вот такие врачи лечат. То есть то, что врач может лечить словом, это абсолютно однозначно. Я удивляюсь на многих московских врачей, которые, несмотря на ту же нагрузку, иногда вот в периферии слышишь: ой, нам тяжело, у нас такие нагрузки. Слушайте, у меня дочь была здесь участковым педиатром. Она по 60 человек в день принимала и еще и бегала по участку. А участок меня, извините, у нее был 300 тысяч человек, многоэтажные дома. И при этом всегда улыбалась. Заходит пациент к ней унылый, выходит пациент от нее здоровый. Ну, правда, у нее и была проблема, что при норме-то 20-25 человек приема к ней всегда стояла очередь, и это было невыносимо. Но вот здесь тоже очередь, ни в одном кабинете не было так, чтобы прямо зашел и все. Но почему-то каждому пациенту улыбаются. Каждому пациенту, как будто к первому и последнему, хотят сделать добро. Поэтому я сегодня вот пошел гулять, на меня навешали датчиков. Сказали: не ложитесь, гуляйте, нагружайтесь. Если можете, по лестницам ходите. Я вам буду показывать, как я гуляю. А уж окончательное заключение будет завтра. Все, здоровья всем. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Аминь.